Сесть! Присесть со штангой в три раза тяжелее тебя возможно. На первенстве алмазной столицы по пауэрлифтингу это показал мернинский спортсмен Игорь Матушкин, присев с весом 275 килограмм. Три десятка спортсменов соревновались в классическом троеборье. К выходу каждый готовится по-своему. Натирают уши, виски, бьют по телу, лицу и кричат. Силачи говорят, это помогает поймать кураж и настроиться на поднятие штанги. В пауэрлифтинге победителем становится тот, кто в трех дисциплинах поднял наибольший вес и набрал больше очков. В открытом первенстве мирного мужчины соревновались в 9 весовых категориях. Силы продемонстрировали и 4 девушки. Поблажек нет. Женщины также участвуют. У них просто отдельная категория. То есть веса они могут поднимать даже и побольше, чем мужчины некоторые. Пытаемся развивать этот вид спорта. Также помогает нам федерация НАП. Вместе пытаемся как-то сотрудничать, друг другу помогать, чтобы было развитие в этом направлении. Игорь Матушкин стал абсолютным победителем открытого первенства. По сумме трех видов он поднял 780 килограммов – вес крупной лошади. Чемпионам в категориях предстоит готовиться к чемпионату республики и ко всероссийским соревнованиям.